Кураторы в каждом районе города. Местная власть решила протянуть руку помощи малому и среднему бизнесу. Намерены назначить новых заместителей глав администрации, которые будут заниматься вопросами взаимодействия с предпринимателями. Такой человек должен быть, отмечают представители городской власти. Главными функциями новых заместителей глав райадминистрации будет работа с местным бизнесом. Кандидатуры на новую должность будут предлагать главы администрации, но без согласия предпринимателей назначения не произойдут. Назначается он мною после того, как мы проведем в каждом районе встречу с бизнесом, то есть мы объявляем о том, что встреча. Этот человек выходит на трибуну, рассказывает свое понимание, как он будет работать, отвечает на вопросы бизнеса, после этого мы проводим тайное голосование тех, кто пришел туда, и в случае, если он поддержан залом, я его назначаю. Хотелось бы, чтобы глава райадминистрации, ну, к сожалению, так складываются обстоятельства, я не буду говорить там, что по всем районам, в некоторых районах, ну, достаточно нормально складывается, что эти кандидатуры идут практически однозначные, против которых на сегодняшний день, ну, с которыми бизнес не согласен. По словам Александра Сина, если кандидатура не устроит предпринимателя и большинство голосов будет против, главы должны будут предоставить другую кандидатуру. Если бизнесмены не поддержат ее, свои предложения будет вносить городской голова.